принимать, если не займет второе место. Итак, удар поворотом великолепный. Здесь кто не понимает, да. Называется удар из этой серии. Сулейман Аль-Абдулла. Формально игравший на левом фланге полузащита. Готовился сейчас к удару. Но я вот такие удары, когда мяч вроде бы низко-низко идет, а потом как самолет начинает. Очень тяжелый удар, да? Очень тяжелый. Да, да. Набирал. Угу. И набрал. И, по-моему, в сетке он еще и набирал дальше скорость. А Губачан еще закрыл. Закрыт был защитником. Хотите Губачана ругайте, хотите вратаря, который тут недовыбрал позицию. А я бы похвалил полузащитника хозяев, который вот так здорово шикарный спрятал удар. Свой удар. Да. Он прячет же. Да, и он из-под двух. Один первый бросался, по-моему, широко, а потом Губачан.